Строительные работы по возведению пешеходного моста через Тьмаку в Твери находятся на завершающей стадии. Основная мостовая конструкция полностью готова. Перильные ограждения практически установлены. Идет обустройство пешеходной зоны и приведение в порядок прилегающей территории. Напомним, что проектом предусмотрена арочная однопролетная конструкция. Новый мост станет частью популярных туристических маршрутов и соединит прогулочную зону между мемориальным комплексом «Обелиска Победы», островом памяти, городским садом и набережной Степана Разина. Все работы проходят в соответствии с установленным графиком. В самой пойме строительство дорожек уже закончено и происходит мощение брусчаткой подходов к мосту. Дорожки устраиваются по образу и подобию, очень похожи, такие же, как в ландшафтном парке Тьмака, но немножко отличается материал. Здесь более такой крепкий, более устойчивый, с добавлением цементной смеси и гранитного отсева. Дорожки получаются очень крепкие,